Всем привет, с вами Данте Войт. Ох, ё-моё, блин. Чё? У меня прекращена работа программа Java. Короче, Майнкрафт. Это гениально. Это гениально. Ладно, ждем Войда. Ну что же, Войт вернулся, и мы продолжаем. Да. И у нас тут вообще-то капец полный, потому что я занимаюсь освещением. Угу. Он у нас на вахте сегодня. Так, ой, не сюда. А я с по чесноку выйду, просто лень. Не, просто я другим маленько занят. Ну да. Так, значит, инструментарий этот сюда весь запихнем. Так. Супчик хлебнет, не забуду. А в общем, нам Но я не сказал, что ты будешь это считать правильно. Ой. Так, в общем, я сегодня собираюсь начать уже как бы не изучать еще пока собираю полностью обустроить хату, потом уже. Да. Потом уже займусь StoneCraft'ом. То есть StoneCraft'ом займусь, да. Ну, если кто не понял, я, может быть, титры поставлю. Да. В общем, еще нам нужно пожрать взять. Еще надо выйду кое-что отрезать. Язык. Ну его тоже можно. Ну что такое? Какой, блин, довольный вообще капец. Не говори, мама супы вообще варит прям огонь. Ух ты ж ё! Я так понимаю, Вейт уже кара к тебе прилетела там уж не, да? Ха-ха, почти. Эта кара сама себя убила. Под водой что? Блин, я такой думаю, откуда звуки? Я там под водой этот слайм прыгает. А, ну они-то прыгают, только они задыхаются. Так, ну что, на халяву слизь возьмем. И, кстати, из них выпали семена слаймовые. Семена? Да. Серьезно? На полном. Я ни разу о них не слышал. Таковые могут выпадать такие таковые культуры. Угу. Ты много чего не знаешь. Так. Я, кстати, заметил. Я, кстати, заметил то, что тут у нас, оказывается, зимний биом еще есть. Да, ну тут смотри. Тут перекрестие выходит биомов. Кстати, я нашел ту самую жидкость. Эссенцию? Да. О. Сейчас, короче, ты там поставь точку. Хорошо, я ее уже застроил, все нормально. Кара достигла. Ну, в общем, ко мне тэпнись, чтобы ее увидеть, так сказать. Ой, так, сейчас. Ну и мы ее один фиг потом перенесем же. Но только одна проблема, короче, то есть один, кстати. Ну. Одна проблема то, что когда заряжаешь там, помнишь, там вот на сервере видел же, типа там программчик. Угу.
она тратится, эссенция на зарядку. То есть там, допустим, под нее залил 3 на 3 блока, а где-то процентов на 12 зарядит, и все. Ясно. И иссякнет, короче. Поэтому вот эссенция, насколько я знаю, заряжать самое невыгодное. А что самое выгодное? Ну, насчет самого выгодного не знаю, надо, знаете, посмотреть. Но, насколько я узнаю, это самое невыгодное, потому что много эссенции придется искать по миру, бегать. Mm-hmm. Там-то у нас на сервере, благо, эти... по кругу многовато их было. Этих самых эссенций. Ну, этих озерков. Угу. Ну, это ясно. Так. Значит... так, тут я знаю, есть Tinker Construct. Так что... кстати, с помощью Тинкера, вроде бы, насколько я знаю, можно дюкнуть вещичку. Причем не чисто вот так вот интересно проверить. В общем, я сейчас на дом кпхнусь. Ой-ой-ой. По мне тут уже стреляют. Угу. В общем, сделай верстак этого. Как его, механика или как он? Ну, с помощью одного верстака просто в инвентаре. Ой, в... В общем, понял, куда? В окно крафта. И оттуда уже... Так. Так, значит, сюда. Сюда. Ну, это тоже будем считать как руду, в общем-то. Так, и там что... А, ну еще сделаю, конечно же, этот... А как там рамка делается, я забыл. Какая? Простая рамка. Сейчас. Так, рамка. Одна рамка. Кожа и 8 палок. Ага. Ну, значит, так же, как и картина. Так, кожа у нас есть? Была. То есть, как была? Ну, как была? Сундук еле лежит в каком-то. Вон нашел, там 3 кожи лежит. О, отлично. Сейчас мы это опробуем сделать. Так, значит, надо вспомнить, что мне надо. Так, ага. Подожди, так, этот верстак я соберу. Он сейчас понадобится. Собираю верстак, ага. Ладно, сделаем вот так вот еще. Все, так. Значит, это сюда. Вот. И, так. Значит, сам. Вот он, Tinker Construct. Окей. Так, и смотрим. Тут у нас, конечно же... нет проблем с освещением, это уже хорошо. Я наконец вспомнил, что хотел посмотреть. Лёха, иди сюда сейчас. Будешь делать, как я скажу. Ну. Смотри, я сейчас захожу в станцию. Разрушай сундук. Сундук разрушай. Разрушил. Разрушил, да? Угу. О, блин, не получилось. Блин. По новой опять ставь его. Сейчас. Угу. Запихнем туда, допустим, одну доску. Запихнули. Теперь разрушай. Разрушил. Так. Ой, блин, опять. Не так. Так. В общем, по новой. Тестим. Разрушай. Оп. И оп. Теперь. Оп. Ну-ка, сколько там досок? Кидай все.
Ну, у меня 52 было. Ну, в общем, добавилась еще одна. Ага. Все. Можно так, в общем, попробовать с деревом, но в будущем так будем пробовать с другими ресурсами, которые нам понадобятся. Это, конечно, я знаю, это читерско, да, ребят. Но это баги. Это чисто баг тинкера. Так что багоюзерство пока особо не наказуемо. Ну, он, по крайней мере, так думает. И вот тут у меня сейчас глаза сужаются до размера глаз китайца. И хочется сказать, что-то подозрительно. А что именно подозрительно? Да так. Угу. Угу. Вон оно как. Угу. В общем. Сейчас... Я двигаю за железкой. 9 штук железа накопаю и начнем железо. Блин, тоннами. Гигабайтами. Свежей информацией. Ох, ё, там зеленый виск вот летает. Скайп это гигабайт свежей информации. Господи, что я говорю? Вы месье Уперти. Я знаю. Потому что вы... Петрович. Козел. Мой пакан! Шучу, не особо задело. Да-да, конечно, не задело. То, что я еще не старался. Так, в общем. Я сейчас смотрю, как эту долбанную краску делать. Ага, о, кажется, я знаю, с чем мы сейчас начнем практиковать дюк. С блоками угля. Лучше с блоками железа. Ну пока блоки угля тоже пойдут. Поэтому... Корова, иди нахрен отсюда, я тебя не звал. Так. Я вас не звал, идите в лап. Иди сюда. Разрушай. Так. Угольный блок. Та-дам! Две штуки. Две штуки, уже это хорошо. Угу. Так, рамку давай. Вон она лежит сзади там. А, точно. Так, давай, поехали еще раз сейчас. Еще раз. Споем. Поехали. Так. Оп, оп, оп. Та-та-там. Вот он. Эй. Чё? Русь, а, вот всё. Три блока угля. Багоюзер. Так, в общем, я хочу посмотреть, как заправляется этот поинт хрень. В общем, у нас уже 27 угля есть. Благодаря тому, что я знаю, баг этот хорошенький. Я также знаю, как эти паттерны, в принципе, дюпать, но это не обязательно, потому что по сути это и не надо. Ну да. Ну, по сути, если уж вопрос туда точно подойти, то есть, не, все-таки для этих людей я покажу там, как его использовать этот баг. В общем, сейчас вот так, допустим. Берем кошачью опу. Берем сначала укропу, потом кошачью опу, потом пучок овручки и еще много всякого. Говно. А. Так,
В общем, берем, запихиваем паттерн. Схема, допустим, схема головки кирки. Кидаем сюда гнилую плоть. И из гнилой плоти делаем схему головки кирки. Да. Та-та-та-та. Вот. Не потратив ни одного паттерна, у нас есть схема головки кирки. Также можно, допустим, сейчас сделаем без... Смотри, видишь, у меня вот раз, два паттерна. Да. В инвентаре даже вот на видео видно у меня. То, что кинь мне один паттерн сейчас. Один паттерн. На видео будет видно. Теперь, допустим, его сейчас... О, блин, я в стол зашел. Запихиваем его сюда. И вот у нас схема стержня инструмента. Меняем его, допустим, на булыжник. Готово. Раз. Теперь булыжник убираем. Делаем еще один. Ищем перекрестие. Теперь берем, ну, допустим, еще доску или палку. Или какая разница, в принципе. Ну, палку, ладно. Бой! Пак вернулся, ладно, пой. Схема стержня инструмента. Не то. Не то, сейчас. Вот. Так, а, в общем, я сейчас сам весь баг им покажу людям. Ну, я уже понял, в принципе, этого бага. Ну, ты понял. Люди не понял. Может быть. Может быть. Все, может. Так. Ну, в общем, мы потратили 44 доски на грёбаные схема сжатия. Вообще-то я у тебя свистнул 44 доски. Фу, блядь. Блядь, всех. Да, Войт, в общем, интересный человек, он не замечает этого. Я потому что просто думал, что у меня гопнулось. Ну, помнишь, как у меня там на серверах, когда допустим, тот же топор потока, пытался срубить дерево. Да. На привачивание дерево и гопнули. Типа так, есть топор потока, а? И, в общем, отжали. Действительно. Так. Действительно. Так, в общем. У нас есть паттерны, у нас есть. У нас много чего есть. Теперь можно и кирочкой нашей. Теперь мы сейчас будем делать нашу кирочку. И, допустим, сделаем ее из бумажки. Ну, для... В общем, теперь ставим вот эти вот ручки. И вот эти вот ручки. Чё? Ты у меня хирку гопнул. Нет. Да. А. Опа, папа, 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 чувак. Ну. К столу. Затрахал. Давай, Рош. Нормально. Так, ставим обратно сундучок. Сейчас такой... Ноуп! Ну ты не сказал, куда именно. Окей. Допустим, сейчас будет... О, морковь выпала. Да ладно. В общем, та-та-та-та-там. Так, что там нужно для создания меча? Ой, чую, что-то там. Чую, что-то там. Что это сейчас было? Не знаю. Это ж пипец.
Это ж неожиданно было. Это было так неожиданно. Ой, блин. Вот это вообще жопа сейчас была. О, господи. В общем, пойди, Пятьсек. Я гений. В общем, так, ребята, ребята, предложение сделать два мяча. Ну, для начала будем действовать по старой доброй силе. Смотри, вот так. Типа палка. Оп, меня. Оп, оп. Но наказание богоюзеров. Как правильно гоп-стопнуть их? Скотина. Опять меня гоп-стопнул. Да что ж такое? Чем я тебя не угодил? Вот когда мы с тобой будем там печки дюпать. Ого, печки дюпать. Ну, только индукционные. А то я смотрю, ты уже печку снес такой довольный. Да. Да, кстати. Солярки будем дюпать. О. Только это очень долго придется. И, кстати, будем дюкать. Дюкать. В общем. Ой, так, сколько. Ой, а я забыл, что у меня шапка не будет. Бьюсь е, я своей шапкой бьюсь об этот. Об забор, да? Не совсем. Я... Что? Мюси, идите сюда. Идите сюда. Чё там такое теперь? Я тут шапочкой немного задел. В общем, я отойду на паузу. Опа, охоло. Не важно. Да, продолжаем. Шапка задевает. Ух ты! Я шапку перед собой вижу. Вижу шапку перед собой. Хит-краб. Mm-hmm. Шапка хит-краба у меня как-то странно выглядит на первом лице. А как насчет, допустим, ну это что сейчас било? Пожрали, ещё ли нормально все? Не, что-то подозрительно. Что-то подозрительно. Ну прям вообще что-то подозрительно. Овер 3000 как подозрительно. Ай. А я думал, что за хрень происходит? Железный куст. Называется. По мне так. Этот. Куст, который дает всем. Ну, в общем, понял, что. Mm-hmm. Вне зависимости от пола, возраста, национальности и ориентации. Да, особенно тебе, да? Угу. А, что? Чё? Ничего.
В общем, нужно этот что-то. В общем, нужно я... ферму делать уже. Ну так. В чем проблема, собственно? А в том. И надо строить так, чтобы можно было дофига чем сделать. А так как земли у нас много, да? Да, вот надо не начинать. Поэтому, пожалуй, занимайся пока ты этим, а я... Говнюк. Вот только попроси пожрать потом. Не, я другим заняться. Я в смысле найти сейчас этих животных, мана. Да чего? Как тебе объяснить? В общем, я под домом собираюсь, типа, и эти делать. Ясно. Ну, как на Excalibur, в общем, у нас было. Угу. Так. Только мне нужно, во-первых, само животное найти. А для этого нужно первую пшеницу вырастить. А и так поэтому... можно поводком подвести-то. А поводок как крафтится? У нас нитки-то есть? Есть ли у нас нитки? Да. Ты вообще бурил, что ли? У нас есть нитки. И как он крафтится, у меня вопрос. Ну, посмотри в крафтах. Нужен сгусток слизи. Есть. Где? В сундуке. Сгусток слизи? Да. Около бочек. О! Вот сейчас вообще кошерно было. Целых два поводка скрафтил. Ой, капс. Нечаянно нажал. Ну ладно. Так. В общем, сейчас для начала подготовлю все там. Чтоб под домом можно вырыть было нормально. Угу. И чтобы их туда заводить. Как бы. Чтобы их туда зарядить. Угу. Господи. Ой-ой-ой. Так. Поэтому все-таки. И поэтому все-таки вы это что-то вырубили. Ау. Аутизм. А ты что не это? Вейт, у нас под хатой железо.
Вот читачок, а. Слышно, вы там что-то копаете. Wait. Там микрофон хотя бы у тебя включен. Поближе. Забил врубить. Молодец. Да вообще пипец. Нормально, зомбака ударил, он такой развернулся, пошел от меня нафиг. Так, мы сейчас сразу там все подготовим. Под нами еще этот огненный шар был. То есть? Ну, Стоункрафта. Огненные кристаллы. Ну, нормально. И еще, кстати, если уж будем делать энчант стол, то сразу к нему апгрейд. Сам понимаешь, почему. Такой. Привет. Ну что, давайте на этом тогда пока что закончим. Продолжим следующие части. С вами были Данте и Вейт. Всем удачи, ребят. И пока.